Всем привет! Сегодня я буду показывать обзор на мою тетрадку, там, где хранятся наклейки. Уже на канале было такое видео, где я показывала все свои наклейки, там было, конечно, очень мало. И вот изменение вот этих вот наклеек, у меня вот тут просто зеленая обложка, уже я ее обклеила. Тут написано «Хранение наклеек», сердечко, и сзади обклеена синим цветом. Это вот так вот. Первое, вот тут наклейки, это вот такие вот собачки, кексики, сердечки. Они, кстати, объемные вот такие. Они вот такие, очень красиво. Вот такая кошечка такая. Очень красиво. У меня, видите, уже пополнились, более больше стало их. Вот с этой стороны тут вообще вот эти морские вы уже видели. Вот такой котик. Это большой стикер, вот это тоже такие. Тут динозавры, фрукты. Вот фруктов не видно. Вот такие вот фрукты. Спасибо. Очень-очень-очень-очень-очень. Так. Что-то у меня вообще тут не влезает ничего. А, не влезает. Так, мне там упала собачья сумка. Для моей собаки. Так, вот так повернуть. Так вот. Вот тут вот у меня бабочки там. Такие черепахи, разные рыбки, морские разные. Я их уже показывала. И вот такие кексики. А вот тут вот птички с Алиэкспресс, разные вот такие вот. И еще вот такой конвертик. Достану его. Пум! Блин, все повалилось. Такой как бы конвертик, там Барби написано, и вот такие вот разные наклейки есть. Такой вот кошечка. Хотя я не помню, как ее зовут, но ее знаю. И собачка, которая неизвестна, как ее зовут. И вообще я даже не знаю ее имя. Это тоже наклейки. Тут даже есть такие. Вот даже сама Барби. Такая. Вообще наклейки я собираю. Их я не клею, потому что я их просто собираю, собираю просто. Так, у меня тут палки уже полезли. Вот тут просто моя собака так играет, я говорю. Стояла. Сейчас я сложу конверт, просто мне удобно рукой. Вот. Ну, на этом было все. Всем пока.